Сегодня в столице Чувашии собрались и представители Ассоциации городов Поволжья. Участники обсудили организацию работы городского общественного транспорта. Своим опытом и наработками поделились специалисты из Самары, Оренбурга и Казани. Последних нередко ставят в пример. Опыт столицы Татарстана по развитию транспортной инфраструктуры берут на вооружение многие регионы страны. 2 года назад, когда там взялись за реформу пассажирских перевозок, муниципальные унитарные предприятия были на грани выживания. По Казани разъезжали больше 2000 автобусов и газелей. Было 150 дублирующих маршрутов. Сегодня в Казани нет ни социальных, ни коммерческих маршрутов. Жители, имеющие право на льготы, получили возможность пользоваться любым маршрутом и всеми видами транспорта. На сегодня жители города обслуживают 15 перевозчиков, из которых 3 муниципальных унитарных предприятия, 5 индивидуальных предпринимателей и 7 обществ с ограниченной ответственностью. При этом ставку делают на экологичный транспорт. Это современные вместительные автобусы, оснащенные пандусами для инвалидов. Чебоксарские чиновники в этом вопросе солидарны с коллегами из соседнего региона. Муниципалитет поставил задачу сохранить троллейбусное управление. По статистике, рогатым транспортом каждый день пользуются более 190 тысяч человек. В скором времени планируют протянуть троллейбусные линии в новые районы. Главной проблемой предприятия является задолженность перед энергетиками. Сегодня предприятие имеет задолженность в размере 120 миллионов рублей. Год назад этот показатель составлял более 160 миллионов рублей. Достичь такого результата удалось благодаря изменению графика движения подвижного состава, оптимизации схемы маршрутов. Но несмотря на все внутренние реформы, долг перед энергетиками продолжает расти. Участники заявили о необходимости пересмотреть тарифы на электроэнергию. Все предложения пообещали направить на рассмотрение в Госдуму. Вероника Павлова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.